Еще раз добрый вечер. Мы сегодня собрались уже, как обычно, по нашей традиции, чтобы подвести итоги за шестой каталог. И вы не поверите, у нас званий в этом каталоге много-много новых звездочек. Начнем. Итак. В этом каталоге шестом новых консультантов к нам пришло 57. Это почти на 50% меньше, чем в прошлых каталогах. И, как видите, активировалось из них тоже 14. Я думаю, это, наверное, чуть-чуть повлияло то, что компания увеличила сумму для списания скидки. Но, как мы все знаем, в этом виноваты сами мы, и мы знаем почему. Но не забываем, что эти новички, как вы видите, активировалось из них только 14, остальные 43 являются еще новичками. И сумма на счету у них осталась, поэтому все в наших руках. Проработать с этими новичками и напомнить, что скидка никуда не делась. Активность группы почти 37% и активных консультантов 294. И знаете, могу сказать, что в принципе это очень хорошо. Почему? Потому что здесь я на слайде не написала, у нас почти 800 человек в структуре. И заметьте, почти 300 сделали заказ, и оборот получился у нас почти 6300 баллов. Поэтому судите сами, сколько нужно человек и сколько человек нужно для дохода. Как мы всегда говорим, 30% активируется. Итак. Здесь я перечислила всех-всех, но тех, кто уже остался на том же уровне или нового уровня нету, я специально не выделяла. У нас появилось много консультантов 3%-ников. Из них Тимощук Анастасия сама сделала 118 баллов. И Павликовская Наталья 6%. Из них 220 она сделала сама. Дальше в основном все остались на тех же процентах. А сейчас я хочу выделить именно тех звездочек, о которых я говорила. И первая из них это со структуры Ольги Сенкевич, Полоянская Светлана, которая находится в ветке. И можно сказать, первый раз она заработала деньги. Почему? Потому что сделала 50 личных баллов. И как видите, ОЛГ у нее составил больше 450 баллов. Это очень хороший ОЛГ. Но здесь есть один минус. И чуть позже я о нем скажу. Павликовская Наталья – это структура Галины Потапчук. Как я уже сказала, 220 личных баллов, девчонки, это представьте, сколько нужно товаров приобрести. Я думаю, она просто является, хотя мы лично не знакомы, но иногда общаемся по Вайберу, просто ценителем и любителем продукции компании и работает со своими всеми друзьями и родственниками, и они у нее все заказывают. Наталья, это просто мега круто. У вас самый большой результат. И Зданович Марина. Это у нас новый ключик. Она является новичком. Она всего лишь, если я не ошибаюсь, на третьем шаге новичка. И уже 62 балла личных ОЛГ 275. Это тоже структура Ольги Сенкевич из веточки. И вот это тот нюансик, который я говорила про Полоянскую и Светлану. Они получаются в одной веточке, а обе на 6%. И в итоге получается из тех 470 баллов Светланы большую половину забрала Марина. Поэтому вот здесь есть суть, что нужно
всегда не ждать, пока к тебе кого-то зарегистрируют, а именно делать личный отрыв. Но Марина молодец, это просто очень круто. Я рада, что к нам приходят вот такие вот люди. Дальше Климович Инна, это структура Галины Потапчук. Она тоже у нас новичок, по-моему, на 4-м или на 5-м шагу. У нее уже, посмотрите, 239 личных групповых баллов, личных 51. Вот Галя подсказывает, на 4-м шаге. Представляете, какая молодец? А почему это все происходит? Потому что мы не должны забывать, что компания нам подарила просто шикарную акцию, денежную акцию. И один новичок – это где-то 20 баллов. Поэтому Инна работает со всеми друзьями своими, подругами, не только в своем городе, но и общается по интернету. И так как она сама полностью перешла на магазин Faberlic, может подсказать, из-за этого у нее хорошая включаемость новичков. И это на самом деле так. Половчение Наталья. Тоже иногда я с ней общаюсь по Вайберу. Женщина из структуры Гали Потапчук в глубине, но она тоже уже, по-моему, 2-й каталог. Вот делает хорошие закупки и ОЛГ 142, из них 66 личных. Она уже на 3%, и хотя скидочка где-то рублей 6, но это уже деньги из интернета. И заметьте, в принципе, ничего сложного, ничего такого серьезного мы не делали. И Артющик Елена. Это девочка из структуры Нины Довольцовой и Лыбко Любы. Она тоже находится в веточке, но получается, первый раз сделала 50 баллов и наконец-то забрала свою законно положенную скидку. Лена, молодец, мы тебя поздравляем, продолжай в том же духе. А сейчас я хочу выделить тех, кто лично делает большие закупки. Это наши лидеры в основном все, те, кто имеет структуру. Ну, как я уже сказала, Павликовская Наталья 220 личных, это просто мега круто. Лыбко Любовь 154, она является VIP-3, постоянно уже на протяжении 6, наверное, каталогов делает стабильно 150. Побот Светлана 135, Синкевич Ольга 107 и Потапчук Галина 100. Ашнар Алена, она лично просто приобрела на 100 баллов, и вы не поверите, не успела она закрыть 100 баллов, как вчера ей уже компания подарила новичка по VIP-программе. И я не могла не остановиться на тех девчонках, которые теряют скидку за группу. Почему? Потому что они не делают лично 50 баллов. И вы заметьте, их очень и очень много. Я даже сначала писала, сколько у них баллов, а затем просто на самом деле можно было уже запутаться, я просто уже написала, кто на каком проценте. И понимаете, когда уже ты на 6%, это уже стабильно 20 и больше рублей скидки, ну я не знаю, как можно ее не забирать. А вот, например, Ирина Ниська на 9%, 651 групповой балл, а нет 50. Поэтому, девчонки, еще раз повторяю, что может быть 50 рублей и много, это где-то в пределах 100 рублей, но если полностью перейти на ассортимент Faberlic, нигде ничего не покупать, это вполне нормально. Косметики на 100 рублей мы каждый месяц не покупаем, но если мы одеваемся, обуваемся, у всех большие семьи, а еще у нас куча родственников, а еще куча дней рождения и так далее. Почему бы всем не дарить то, чем сам пользуешься? Почему скрывать качество, почему скрывать то, что тебе нравится? Обязательно дарите подарки от компании. У меня все друзья, все родственники сейчас зарегистрированы. Почему? Потому что я им всем дарила нашу продукцию.
И затем они просто звонили, закажи. Я говорю, ну зачем заказывать? Я же могу это все зарегистрировать тебя. Они же все думают, что если ты директор, значит у тебя скидка больше. Нет, скидка у всех одинакова. Поэтому обязательно дарите подарочки. И вчера мы подвели итоги розыгрыша, который у нас проходил. Два каталога подряд. Условия были очень простые. Опять же, этих 50 баллов, то есть кроме того, что ты можешь забрать скидку за группу, ты еще участвуешь в розыгрыше. И так как у Павликовской Натальи было 220 баллов, у нее было 4 номерка, и вот она выиграла French Press, и от наставника Галины Потапчук он уже отправился. Поэтому, Наталья, еще раз поздравляем. И могу сказать сразу, эта акция не заканчивается, это будет небольшой секретик. Скоро мы объявим о новом розыгрыше, поэтому продолжайте держать стабильно 50 баллов. И еще раз напоминаю, если у вас личных закупок на 50 баллов, у вас скидка от каталога 26%, а не 20%. Ну, а это не распространяется на белье, одежду, аксессуары, колготы, в общем, все, что идет по спецупаковочке. Ну, и не забываем, что если вы делаете закупки не менее чем на 35 баллов, и вы еще имеете право участвовать в розыгрыше от самого проекта «Партнер». Но эта акция кратная, то есть если у вас 100 баллов, у вас 2 новичка. Два номерка уже идет, а если 105, то уже 3. Поэтому обязательно следите, потому что иногда, когда снимаешь отчеты, прям видно, у кого-то там 34-18, у кого-то там 34-99. И ну, не имеем мы права записать, потому что все-таки условия для всех одинаковые. Или там, допустим, 103. Почему не добрать до 105, чтобы получить 3 номерка, а не 2? И, как вы все знаете, подарки шикарные, розыгрыш проходит уже у нас больше, чем полгода, и все подарки отправляются, вне зависимости от того, в какой стране даже вы живете, поэтому обязательно участвуйте и записывайтесь в группе нашей ВКонтакте. И я думаю, все же заметили, что мы вернулись с 7-го каталога к дифференцированной скидке. Это 20 и 26%. 20% получают новички и те, кто покупают от минимального и чуть выше, у них скидка 20%. Как я уже сказала, у тех, кто делает постоянно 50 и больше личных баллов, идет скидка 26%. Как же проходил вот этот наш переход? Я думаю, вы уже все заметили, что если вы были на мегабонусе 15 или 20%, вы перешли на стабильную 20% скидку. Если же у вас мегабонус был 26, в седьмом скидка 26 в каталоге остается, но для того, чтобы продолжать иметь скидочку 26%, нужно всегда делать 50 личных баллов. И не переживайте, что мегабонус пропал, что вы покупали и еще не забрали. Нет, это ваша в то время скидка, все денежки у вас остались. И как только вы делаете заказ не менее чем на 29 рублей, то есть минимальный заказ, у вас списываются те деньги, что есть на счету. Если их там много, то списывается 65%, остальные остаются. И плюс сразу же срабатывает скидка 20%. И то же самое, если у вас еще остались заказы с прошлого каталога, и вы только сейчас где-то будете забирать их на ПВ, то есть оплачивать, сразу же после оплаты вам начисляется опять же мегабонус. И в следующий раз, когда вы будете делать следующий заказ, опять списался мегабонус и плюс скидка. Также в этом каталоге хорошая новость. Почему? Потому что 30 рублей мы продолжаем дарить, но
она, вот эта скидочка списывается уже при заказе на 60 рублей. И заметьте, это почти то же самое, чтобы человек сделал на 29 рублей. Ну, то есть минимальный заказ. Что ты делаешь минимальный заказ, и ты просто активируешь личный кабинет. А что ты делаешь на 60 рублей, то есть разворачиваешься на всю, выбираешь все, что тебе нравится, но платишь почти тех же 29 рублей, там 30-31. Тем более, как ты новичок, у тебя есть возможность попробовать все-все-все. А если же ты делаешь заказ на 75 рублей, списывается те же 30 рублей, и ты еще в подарок получаешь водичку. Но эта акция, как вы все видите, до 9 июня. То есть действительно тем, кто зарегистрировался в седьмом и в восьмом каталоге. И обратите внимание, что для новичков шестого каталога, то есть тех, которых я говорила, что 43, у нас осталась скидка 30 рублей действует. Поэтому обязательно-обязательно нужно с ними связаться. Ну, здесь я сильно останавливаться не буду. Все вы прекрасно знаете, как получить скидку 30 рублей, но только не регистрироваться не на сайте, а отдавать или свою личную ссылочку, или же лучше всего самим оформить регистрацию через личный кабинет. Это очень удобно и сразу же автоматически новичку начисляется вот эта скидка 30 рублей. Да, и еще обратите внимание, что с прошлого каталога, с шестого, у нас ввелась правило новое ввелось, и я считаю это правильным, что любые подарки можно забирать только при минимальном заказе. Поэтому, если новичок выходит на акцию на два аромата в подарок, которые на самом деле хорошие, вот как раз именно весенне-летние, и можно взять и мужскую, и женскую сразу водичку, но только при заказе на 29 рублей в восьмом каталоге. Если минимального заказа не будет, водички предлагаться не будут. Так, ну и обратите внимание на опечатку. Опечатка самая главная в конце каталога у нас указана, потому что в конце каталога у нас указано, что мы дарим набор по уходу за домом. На самом деле идут по акции две водички. И знаете, наверное, эта акция лучше, чем уход за домом, потому что если молодежь, ну, как-то они, наверное, к этому еще не готовы. А водичек много не бывает никогда. Ну, это я вам уже сказала, что забрать только при 29 рублях. И у нас, что мне очень нравится, в этом каталоге, как вы видите, акция совместная с восьмым каталогом. При покупке на 28,99 рублей, это получается при заказе минимально, вы имеете право получить скидку 50% почти на всю продукцию каталога 8. Ну и, конечно, чем больше раз по 29 вы купите, тем больше возможностей у нас здесь будет. Ну и обратите внимание, что в этой скидке 50% не участвуют аксессуары, колготы, витамины, ну, как обычно, только на парфюмерию, на уходовую косметику, на декоративную косметику и на косметику для дома. И у нас продолжается школа лидера, обратите внимание, которая, как всегда, проходит в 8 вечера вебинар. На этот раз ближайший будет после всех-всех-всех уже наших праздников. Это 14 мая от Рубинова директора Лагуновой Натальи. Тема очень классная. Про лидерство, как видеть в людях, кто лидер, кто не лидер, как растить лидеров. И я думаю, нам это всем
очень полезно и очень интересно. Цена будет, как обычно, 5 рублей, поэтому как только появятся в продаже билеты, рекомендую сразу брать, как обычно, в личном кабинете через функцию «Заказать услугу». И заметьте, что есть даже тема «Как быть хорошим эффективным спонсором или наставником». Ну, на этом, так как у нас выходные сегодня, я хочу закончить наш вебинар и поблагодарить всех-всех за активную работу, вне зависимости, как вы считаете, хорошо вы поработали или плохо поработали, но вы работали. Мы для того и развиваемся, чтобы знать свои ошибки. Поэтому главное стабильно работать. Самодисциплина, без этого.